Привет, друзья! С вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Shadow of War. Мы с вами следуем за голубом, он нам должен нечто интересное показать. Отлично! Погнали, малыш, показывай. Где помощники? Ассасины-убийцы. Боже, они там с гулями дерутся, серьезно? Колом, ты меня вести будешь? Давай, давай, я ползком. Если что, я ползком. Ни хрена, у меня на плаще паукан нарисован, походу, да? Окей, нужно урука убрать, так уберем, не проблема. Погнали. Умирай. И ты тоже падай, не скучай. Держи, держи, держи. Сейчас вас по одному порешим, да и все. Голум, ты там тоже наваливаешь? Найс! Слушайте. Погнали дальше. Я согласен. С таким раскладом я согласен. Веди меня, молодой боец. Так, следы у нас есть. Которые идут куда? Идут в камень? Так, куда ж ты полез? Слезь. Ага, жертва. Ясно. Да спустись ты, почь, ты почь. Так, жертву проверяем. Давай, Голум. Жаль, что я не могу ему ускорение дать. Кастамир is the only one who knows where the Palantir is. He must be kept alive at all costs. Окей. Мало, я под на твоем месте по лузам таким не бегал. Серьезно. Окей. Так, след уходит у нас туда. След уходит наверх. Так, он в какую сторону? Он в две стороны. Чё? Ладно, сейчас залезем сюда сначала. Привет, товарищ. Тут такое дело, ты умер. Иди сюда. Иди сюда. Давайте, давайте, по одному подходите, мразёныш. Так, снизу нас никто не палит, нет? Давай, давай, не стесняйся, ну. Вупси-дупси. Вупси-дупси. Парень, ты тоже иди сюда. Иди, 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 иди. Прям бежит, вы посмотрите. Несколько раз надо кликнуть, и он прям активируется. Главное все в тишине полной сделать, и все будет замечательно. Так, здесь еще один товарищ. Нет, здесь больше никого нет. Так, где следы? Где следы? Следы у нас ведут, ведут, ведут. И обрываются, я понял. Значит, эти следы были лживы. Не беда. Не беда, сейчас изучим сверху. Так, след идет в обход. Ни хрена не видно. О, лутецкий. Так, артефакты из разграбленного большого зала Миносетила, разбросаны по всему Мордору. Найди их все, и вы откроете навык Золотоискатель. Замечательно. Замечательная реликвия. Я тебя понял. Так, дальше. Показывайте мне дальше след. Так, главное, не палиться, не палиться. След идет дальше. И опять наверх. Чё он за дебил? Он что, не мог пропрыгать нормально по-человечески, ну? Ой, дурашка. Так, ладно, залазим еще выше. И след пропадает. Чё? А, вон трупак лежит. Так, товарищ, иди сюда. Иди, 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 не стесняйся. Давай, давай, давай. И ты иди сюда, оба подходите. Хаш! Но! Не стесняйся. Умирай. Следующий.
Иди, 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 иди. До свидания. Отличненько. Можем пролазить. Терапиропиропиром. Так, здесь вражины нет. Отлично. Давай, 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 давай. Шуриком, шуриком, шуриком. Wounds from a Morgul blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. Отлично. И опять голум, да? Голум, давай. Не разочаруй меня. Вау. Найс. Стреляйте в яйца гули. Подождите своими яйцами. Давай, дорогуша. Ты такой себе детектив, конечно. Хорошо, теперь побыстрее меня к нему приведи, я тебе буду благодарен. Ой-ой-ой, там еще и гигантелла, да? Хм, ну ладно, не беда. Все, минус стрелы. Ну давайте, пацанва, пати хардыч. Готовы? Готовы, поехали. И еще разочек, готовы? Поехали. Еще разочек, готовы? Поехали. Так, теперь этому мразису надо навалить, потому что он довольно мощный. А, нет. Ему стрелы навалили, замечательно. Пошел нахер, следующий. Все валяются на полу, всех остается только добивать молотком, ну. Да ты уже умер, все, не дергайся. До свидания, голум, погнали. Погнали, погнали, все под контролем. Я только забыл, надо было одного высосать. Отлично, убийца боится мук. Окей. Окей, я тебя понял. Куча урок, куча этого. Так, хорошо, сейчас обойдем аккуратненько. Так, там следы где? Следы вот идут и обрываются. Окей. Товарищ, мне бы тебя как-то бесшумно убить. А, здесь еще и твой друг пришел. Чи-чи-чи, не агрис, все окей. Все окей. Это я прям совсем беспалевно, да, залез? Такое случается. Так, пролазим, пролазим, пролазим. Обходим, обходим, обходим. О, стрелы, кстати. Кстати, спасибо. Это неверный след, я понял. Где верный? Где рейнджер? Здесь нет рейнджера. Фу, прекращай. Прекращай, никого здесь нет, не выдумывай. Напридумывал каких-то сказок, ну. Прекращай это дело. Так, где второй след? А что это за метка, кстати? Подождите, подождите. И что, статую можно сделать? Уничтожить статую? А о чем бы нет? Хрена себе. Племя тьмы лишилось чего-то там. Хорошо, это замечательно. Вандал! Ачивка вандал. Ясно, понятно. А чё костер синий? Ладно. Так, голум, слушай, я тут запутался. Где ты там стоишь? Где второй след начинается? Так, второй след начинается вон там. И куда он идет, бог его знает. Окей. Так, вот он идет наверх. Ч-ч-ч-ч, товарищ, не агримся, не агримся. Все под контролем. Нет, тебе показалось. Так, след идет дальше, мы тоже идем дальше. Давай, ускоряйся, 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 ускоряйся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Окей, товарищ, рассказывай. Не, не так, не так, не так, вот так. Знание слабости и преимущество врага может стать залогом победы. Так это я в курсе. Мне не это как бы и надо, если что. Вот, убийца наш, да? Я так понимаю. Боится мух. Это то, что нам сказал голум. Голум не соврал. Голум не соврал, голум молодец. И он теперь у нас должен отмечаться, да, я так понимаю? Последняя цель. Умираем. Ассасин из Ниа. Вон он, дорогуша. Так, проверяем еще раз. Проверяем еще раз. Боится мух, казнь наносит ему большой урон. Но это все, это значит, что он уже трупак. Неуклюжий, горючий. Вкусный для зверей. Вкусный для зверей, мне нравится эта вообще характеристика, серьезно. Прям обожаю. Так, хорошо, погнали, чем мы тогда? Чем мы времечко терять будем? Воу, вот это ты зря так, конечно, киданулся. Ну ладно.
Так, залезь на стену, быстро, 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 быстро. Мне надо на ту часть залезть. Мне надо на ту часть залезть. Здесь два товарища мне мешают немножко. Так, давайте, наверное, с этой стороны обойдем. Так будет проще, мне кажется. Сейчас обходим. Ты ничего не видел, не выдумывай. Так, прячься в кусты. Вот здесь мне нужно залезть на стену вверх, и тогда я смогу его нормально надамажить. Так. Так, этот меня товарищ не увидит, этот меня тоже не увидит. Тихо, палево, 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 палево. Ничего ты не видел, не выдумывай. Здрасте. Отличненько. Так, товарищ, теперь ты огребай. Поехали. Бодительный, ах ты ж мразь. Я этого о тебе не знал. Окей, малыш, поехали. Так, уворачиваться, да, будешь? Так, казнь, юзай. Против казни он слаб. Отлично зашла казнь. Теперь ее надо набить снова. Так, товарищи, мне нужно набить быстренько ярость. Давайте. Уж будьте добры. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Нужно набить ярость, потому что мне нужно ему навалить именно казни. Давай. Заряжай. Хорош. Держи. Подножка. Дубина его. На. И он нам подножку. Сволочь мелкая. На молотком. На еще. Да хватит. Казнь. Поехали. До свидания. После такого не выживает, товарищ. Грыня, прости. Разбегайтесь, подонки. Броню отдайте. How much of your soul was lost in that ring? The Dark Mistress will be pleased. В общем, нормально. Мы-то ему наваляли, но я так понимаю, что малой сам себе засчитал фраг. Он, видимо, камнем добил, то есть, понимаете? Добил и все. Так, место сбора сведения о капитане вы можете приказать Чарю передать ему вашу угрозу смертью. При этом в данной области будет создано уникальное задание заклятых врагов. Когда вы посылаете капитану угрозу смертью, его уровень повышается, победитель становится труднее, зато в случае победы получает снаряжение более сука. Вот это найс. Вот это прям найс, слушайте. Вот это прям найс. Так, забирай. The siege of Minas Ithil continues. The Palantir is still at risk of falling into enemy hands. Хорошо, не переживай, никуда оно в чужие руки не уйдет. Так, смотрим по броне. Бронька должна быть выше уровня, чем наша. Да, она восьмого. Но бустов не имеет, лол. Вот в чем вся прелесть легендарки, я так понимаю. Количество брони точно такое же. Ну и выглядит она точно так же, кстати. What the fuck? Ну да, она круче всех, по-моему, выглядит, из тех, которые у нас имеются. Начальная милая, но не сверхкрасивая. Вот это неплохая еще. Но вот это прям топ, серьезно. Черные латы такие, все, окей. Это оставляем. А, хорошо, давайте теперь проверим, каково это найти... Найти языка и, собственно, толком ему объяснить, что мне нужно сделать угрозу для твоего товарища. Для того, чтобы навалить ему и получить более топовые вещицы. Сейчас у нас что по армии? У нас есть там какие-то легендарные или псевдолегендарные ребята? Нет, у нас все абсолютно обычные уродцы. Ничего из себя не представляющие. Хорошо, давайте выберем... И он рандомно будет отсылать капитану инфу. Наверное, не рандомно. Ну ладно, сейчас проверим. Давайте найдем языка. Червя, точнее. О, так, где червячки? Где червячки? Мне срочно нужен... Так, вижу одного, но он где-то в заднице. Вижу второго. Там, кстати, один из боссов стоит, 14 левела. Ну, как босс? Это я так их называю. По факту это псевдоголимые командиры. Так, стоп. Ныкайся, ныкайся, ныкайся. Вырубаем освещение. Свет вырубаем. Блин, я ему за спину нормально не зайду. Хотя это, в принципе, наверное, и не нужно. Так, выходим, ускоряемся. Е, все. Наныхилеллар. Так, пригрозить смертью. Сейчас я эти подробности почитаю сначала. А, у меня одних сведений вообще нет. Но, в принципе, мне лучше, ребята, без щитов. Да и дальнобойщики, в принципе, сгай. Давайте, пригрозить смертью. Угроза смертью. Он апается. Задание создано. Замечательно, ты умирай.
В смысле, мы его освободили? Тихо, товарищ. Не нужно. Не нужно, но ни тебе, ни мне, никому. Да твою мать. Там арбалетчик меня сейчас бесить будет, видимо, да? Давайте лучше уйдем из этого бесполезного боя. Ой-ой-ой, там кто-то нам прям целился в спину. Все, вы меня потеряли, угомонитесь. Теперь мне нужно найти этого товарища, по логике вещей. Что за чужой? Блин, я еще и отравлен, ну, тить твою мать. Вот это он огреб. Так, паука нам давай забирай. Откуда они взялись, я так и не понял, конечно, но мне и плевать в целом. Мне в целом плевать, но надо было вообще одного из них высосать, наверное. Так, хорошо. Армия, мы взяли этого лукаря несчастного, арбалетчика. И в чем он апнулся? Он стал 14 левела. Ну, то есть весь ап в левелах, он даже легендарным не стал. Не, это не совсем то, что я ожидал, на самом деле. Ну ладно, давайте еще одного червяка найдем и тоже на этого лукаря направим. Вон там у нас в заднице. Окей, погнали. Погнали, говорю, активней. Реще. Беда только в том, что когда у меня это зрение, я не вижу стен. Я реально не вижу стен. Так, ты здесь залезть можешь? Нет, здесь залезть не сможем. Так, товарищ. Умри. Не мешай. Хотя надо было его высосать. Блин, я все время забываю высасывать, ребят. Так, давайте вот здесь пробежимся. Так, еще раз освещенница. Где он? Он далеко спереди. Давай, быстрее. Стоп, не в ту сторону побежали. Вот так. Обижать этого парня надо. До свидания, молодой человек. Так, язык, я успею. Давай. Ну, восстановись, позязя, мне нужно его схватить за шею. Отлично, дятина, давай еще разок его. А мы не можем два раза левелапнуть? Тьфу! Так, а в чем понт тогда? Мне реально проще тогда умирать от одного капитана несколько раз, тем самым он становится все круче и круче, и мы с него сможем получать действительно кайфовые предметы. А так, выходит, без понт вообще. Вот как было с тем парнем, от которого... Я сколько от него? Два раза... Не, ну точнее, я не огреб. Я его два раза... Он один раз меня, по-моему, убил. Два раза он от меня сбежал. И он стал легендарным аж фиолетовым. Понимаете уровень сложности? Окей, давай сведения. Чё боишься? Неуклюжий. Слабый на голову. Это ты молодец. Что ты мне об этом сказал? Боится казни. Он еще и будет отлично. Уязвим для дистанционных атак. Ну, короче, ему две стрелы в голову надо пульнуть. И будет идеально. Будет идеально. Спасибо за информацию. Умирай. До свидания. Так, ты, товарищ, стой. Постой, паровоз. Сейчас меня что-то прилетит, да? Я так и знал, что у меня что-то прилетит. Так, товарищи, мне не до вас сейчас. Без обид. Так, а что они будут делать, кстати? Мы не проверяли. Что они будут делать, когда они потеряли меня из виду в кустах? Изги, кусты. И погнали дальше, да, я так понял? Ни хрена вас тут набежало, слушайте. Походу, это именно так и работает, я понял. То есть кусты — это полноценное спасение от врагов. Так, ставим тебя как цель. Где ты там находишься, товарищ? Он где-то далеко, кстати, от нас. Тут территория огромная. 1300 футов. Ну, давайте я кабанчиком сбегаю тогда. Так, я, собственно, прибежал, только я до конца не понимаю. Это у нас будет как квест или это у нас будет как... поиск следов. Но больше похоже на квест, потому что столб огня имеется. Столб огня. Ну, давайте внедряемся сразу, чтоб без боя только, пожалуйста. Нет здесь никого, не выдумывай. Да, это квест. Все, супер. Так, выманите орка по имени Кримп издали, убивая его приспешников, почитатели. Окей. Попробуем. You will not escape your fate, Кримп. И что происходит? Так, 10 почитателей. Их теперь, я так понимаю, нужно найти. Soon they will drown in my light. Тихо, меня здесь нет. Меня здесь нет. Нет, он все-таки спалит меня сейчас. До свидания. Не надо меня палить. Так, а где твои, собственно, почитатели? Как я их должен узнать из тысяч? Стоп, я что, обычных ребят должен наваливать вот этих? А, нет, вон они сидят возле костра. Все, окей. Тогда я сейчас к вам прилезу. Подождите буквально одну секундочку. Я ж ассасин, мать его. Ой, товарищ еще с лутом. Боже, да ты просто мне судьбой подарен. Просто судьбинушка. И что у тебя? Зеленый кристалл. Кстати, давайте еще раз кристаллы проверим. Я не помню, сколько я просто уже переделал, сколько нет. Кристаллайзы, кристаллайзики. Мы здесь можем уже третьего уровня кристалл получить. Охренеть. Только это самый бесполезный, мне кажется, кристалл. Так, убрать, восстановить. Нет, стоп, не то нажал. Кристаллики, вот эти...
Или мы не можем их пока что улучшать? А, я в глаза пролупился, да, их здесь два, не три. Все нормально, ребят. Все под контроль. Все под контролем. Так, товарищи, здесь есть еще капитаны на самом деле, но на них пока что отвлекаться точно не буду. Неохота как-то. Так, малыш, ты здесь тоже один, да? Совсем один, красавчик. Злостно высосал. Прям безбожно, я бы даже сказал. А, так, у вас здесь есть что-то интересное? У них есть горящая бочка, которую я мог бы их подвести. А, кстати, я в костер стрелять изучил или нет? Стоп, надо проверить. Мне показалось, или возле меня что-то пролетело только что? Это может быть сейчас опасно. Так, стрела в костер. Стрела в костер, это у нас дальний бой должен быть. Разбой дальний... Нет, дальний бой мы вообще не изучали. Погодите. А где была стрела в костер? Повышаем вашу мощь серии ударов. Это хорошо, конечно. Пробел, чтобы бежать, это не то. Вы набираете мощь за каждое, это не то. Одному сочинение врага исполняет эльфийский стрел, это тоже не то. Я, видимо, не изучил, да? По всей видимости, я не изучил. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Тогда, блин, ну с костром бы было в 10 раз проще. Я просто не думал, что мы в ситуацию с костром попадем. Да, это не шутки, возле меня летают вот эти мрази. Информаторы их так называемые. Ну тогда первое, что я делаю, я прыгаю на статую. Я ее уничтожаю. Ну. Уничтожить к чертям собачьим. Ха-ха-ха. Ну, здорово, пацанва. Давайте, по одному мрази. Одного сжег. Следующий. До свидания. Держи. На. Фу, не смей меня атаковать. Это неправильное решение. Подходите. Молодцы. Огребайте, кому кинжал в лицо кинуть, держи. Ой-ой-ой, там, кстати, товарищ опасный стоит. Ну чё ты ко мне пристал, ну? Окей, Darkness of Sauron, замечательно. Саурон прелестный человек, все вынесли, да? Стоп, или это только первая группа? О-магат. Так, товарищ, иди сюда. О, как хорошенько заехало. Ну давайте попробуем его намесить. Ага, он против того, чтобы я его... В лоб мы его не убьем, я понял. Да, в лоб он мне будет постоянно наваливать. Тогда, ребятки, подходите сюда. Спасибо большое, кувырочек. Отлично, подходите. Так, там кто-то с меня стрелять собрался. Еще один. Сейчас еще засада должна быть. Хорошо, сейчас еще один должен подойти, серьезно. Кувырок. Для полной красоты реально должен подойти еще один ублюдок, который будет у нас из засады, якобы. Это было бы совершенной нормой. Так, тихо, он им боевой дух, по-моему, приподнял. Спокуха, без пены. Так, огребай. Мне не хватает ярости. Тихо, отходи. Опа, нормально. Держите. Еще немножко ярости. О, не увернулся. Тихо, отойди. Ярость на него, прям на него. Мы прокляты, матерь божья. Чтобы восстановиться, избегайте атак проклятого врага. Окей. Проклятый враг, уйди. Так, нормально, уворот сработал, отходим. Сейчас надо, чтобы он к нам подошел, и мы его задамажим. Отхилиться я сейчас не смогу, к сожалению, к огромному. Держите. Так, не ты, мне твой товарищ нужен. Он там опять проклятие насылает, да? Демон окаянный. Так, иди сюда. Иди. Казнь, поехали. В смысле ты выжил? А, сейчас будет типа попытка побега. В смысле? Даже не было возможности ему навалить? Что? Так, мне срочно нужно соснуть, ребят. Без обид, мне нужно соснуть. Так, где у вас здесь? Лучник какой-то есть? Заныканный. Лучник вон спереди стоит. Иди ко мне, моя вкусняшка. Иди ко мне, у меня хп совсем мало. Мне нужно попесосить немножко. Так, ну поднимайся давай. Спасибо. Бляха, стрела прилетела. Быстро. Есть. Спасибо большое, товарищ. Уходи. Сейчас этот парень ко мне залезет. Так, отойди, не мешай. Ох ты, какой злой, слушайте. Но этого я, по-моему, могу в лоб месить.
Ну давай. Так, уворотик. Держи, держи молотом по голове. Так, ребятки, давайте, вы мне как раз дадите немножко ярости, я думаю. Держи, раз. Да, мы его можем в лоб напинать. Это изи тогда. Кувырок. Нам главное стрел теперь уворачиваться. Так, блок, блок. Классно. Вдвоем отблочили его вовсю просто. На, на. Сейчас надо будет, кстати, эльфийскую ярость проверить. Тихо, блок. Эльфийская ярость. Почему-то не запускается, what the fuck? Что за подстава? Или я не добил? Нет, я добил уже полностью. Кувырочек, 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 кувырочек. Оп, ты пытался. Ты пытался, огребай, огребай, огребай. Держи тогда. На. Он обиделся, я понял. За то, что ему под ребрышко влетело, он обиделся. Не обижайся, малыш, все окей. Поехали, размах. Еще и второй залез ко мне. За что? Прекращай. Я еще с первым не разобрался. Самое смешное, что они оба битые. Вот это прям комичная ситуация. Тихо, тихо, хватит мне в лоб бить. Он на Одессу меня берет, вы понимаете? Да перестать ты уже. Тихо, парень, даже не вздумай убрать эту дичь. Тихо, 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 тихо. Не умираем, не умираем, держимся. Ешечка, все под контролем, все хорошо. Добивай его. Добивай, говорю. Он нам казнь, правда, разрядил, падла. Ай, опять проклятие твое говнистое. Есть, минус один, да? Убит. Все, супер. Один поц ушел. Опять проклятие. Ну что ж ты будешь делать? Тихо, 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 тихо. Разбушевались демоны. Тише, тише, тише. Кувырочек, кувырочек. Давай, давай, давай. Сбегаем проклятие. Все нормально, все нормально. Все под контролем. Меня немножко козявит, но в принципе все под контролем. Тихо. Оп. Уворот. Так, его напрямую нельзя бить. Его напрямую нельзя бить. Сейчас, дай, 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 дай. Мне еще чуть-чуть нужно. Еще чуть-чуть. Так. Держи бонусный ништяк. Раз. Держи бонусный ништяк. Два. Все, до свидос. Боже, это надо было столько мучить жопу. Да ладно, он что, упадет? Лол, он упал. Ты тоже уходи, стоп, не уходи далеко. Нет, ты умер. Блин, падла, мне соснуть надо было. Ох, ладно, потно, но это совсем не наша цель. Так, забираем с вами меч, забираем с вами камень, забираем с вами баблишко. Баблишко, давай. Фух, разобрались, но соснуть все равно нужно. А что это за товарищ стоит, подождите? А, это обычный этот копейщик. Окей. ХПшку сейчас восстановим, не проблема. По предметам, что мы там понаходили. Меч... Гувно. Меч, кстати, гувно, да? Устрашить врага, шанс наложить проклятие при критическом ударе. Ну, не... Не очень круто, не очень круто. Вот восстановление здоровья, это очень даже полезно, а все остальное не. Так, здесь у нас топорик, я так и не понял, в чем суть. Мы типа будем с говнолуком, зато будем топором некислым наваливать по хребту. Мне кажется, такое себе дело. Ни о чем. Что мы еще там нашли? Броня у нас старая. Это у нас все. Стоп, 9 уровня. Скрытность еще плюс 2. Откуда я это взял? Серьезно, без понятия, откуда вещи берутся, ну ладно. Так, кинжал у нас есть такой, 10 уровня. Урон все равно меньше, чем у фиолетового. Оки-доки. Оки-доки, так, надо к этому товарищу срочно. Оп. Привет, малыш. Спасибо тебе большое. Ты, конечно, не дал мне фул запас, но ты хоть попытался. Так, где еще товарищи? Вон товарищи сидят, желтые. Идем к ним. Идем к ним. Их, в принципе, просто наваливать. Беда только основная. Ой, бей! Ты аккуратней с этим, пожалуйста. Немножечко поаккуратней. Раз. Два. Отлично. Так, они сверху или снизу? Они сверху. Погнали наверх. Давай, 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 давай. Раз. Два. Хрена себе у вас здесь строение, слушайте. Так, у вас тоже костер, да? Блин, вот зря не прокачал скиллуху тогда. Вот прям зря, я вот прям сейчас сочувствую. Переживаю из-за этого. Переживаю как могу. Ну хорошо, давайте одного сразу заложим тогда. До свидания. Привет, друзья. Как поживаете? До свидосик. Давайте, по одному умирайте все спокойненько, не переживайте. Вам это ни к чему вообще. Умирай, есть минус один, блок, вовремя. Вовремя, давай сюда, раз, два. Ну не надо меня стрелы кидать, ну серьезно. Кому от этого лучше? Никому. Скидывайся на пол. Молотом огреб. Всех разрулили. Остался только вот этот подонок. Самый непри... Чё это было? Ты это прекращай. Даже не думай больше такого делать. Все, зачистили, да? Зачистили. Соснуть нам надо бы, конечно. Вон крыса, кстати. Крыса, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Стоять, говорю. Спасибо большое. Так, следующая цель. Вон там компашка есть. Погнали.
Чё ты застрял? Ты ещё упади сейчас. Будет вообще топ. Так, цель снизу справа. О, у них там ошметки мяса. А, нет, это не у них. Они дальше. Ладно, ничего страшного, залазим тогда на задание. Это что было? Ты, футболист хрен-то. Давай, наверх. Наверх, погнали. Стрелы есть, стрелы есть. Хорошо, у вас что-то есть там интересное? У них опять костер только стоит. Печалька, печалька, беденушка. Ну ладно, что нам поделать? Варианты разве есть? Первый, минус. Прямо обхарю, вкусняхин. Агребай, агребай, агребай. Так, не стреляй в меня, не надо, серьезно. От этого никому проще не будет. Ч-ч-ч-ч, поджигать меня не надо было совершенно, я вас уверяю. Так, двое загорелись, замечательно. Ой-ой-ой-ой, это было опасно. Это было опасно, товарищ. Ты вот это вот никогда больше не делай. Я не одобряю. Я не одобряю. Так, стоп, с хп совсем беда. Так, там слишком большой дядька, чтобы его высосать. А, мне нужен одиночка. Одиночка вон там на крыше где-то стоит. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай быстро. Где ты, товарищ? Вот он стоит. Привет, малыш. Как дела? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Спасибо большое. И тут и кучка как раз рядом. А почему мне, кстати, не засчитывает? Один из десяти у меня до сих пор. Как так? Я ж перебил, мать его, человек 10, минимум. Дистанционных атак, боженьки, я дебил. Прошу прощения. Прошу прощения. Как ты выжил, мразь? Уйди. Почти попал копьем. Так это все, это теперь будет гора... Хрена себе у них силуэт запомнился. Так, у меня только, правда, одна стрела осталась. До свидания. Так, пацанва, залезьте кто-то ко мне, мне нужны стрелы. Хотя бы один. Блин, там со щитами, ребята, это, кстати, очень неприятно. И это, кстати, неприятненько. Или вы там просто постоите, понервничаете, типа, и все, да? У меня просто стрел нет, пацанва, ну... А ну, сдалека смогу соснуть? Проверка. Не дадут, не дадут, не дадут. А, нет, дали! Вот же дебилои, да? Как вы так живете, я не понимаю. Держи в харю, раз. Держи в харю, два. Разворачивайся. Почти молодец. Куда ж ты слинял, мразь? А ну, стоять. А ну, стоять, говорю. Отлично, шестеро есть. Фу, так, кто подойдет ко мне? Давай, подходи, мне нужно еще немножко соснуть. Спасибо тебе большое. Щитовик, не трогай меня. Спасибо за понимание. Спасибо за понимание. Так, следующая толпень. Тихо, аккуратно. Аккуратно, так, где еще? Вон там где-то в заднице. И рядом еще есть. Сейчас проверим. Давай, 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 давай. У нас, кстати, заполнена ярость. Мы могли бы уже намесить неплохо. Так, хп у нас фул. Хп у нас фул. Тогда умирай. Так, еще раз тест. Да, эти ребята поближе будут. Эти ребятки будут поближе. Какая музыка, прям интрига, вы что? Так, товарищи, 4 стрелы у меня есть. Вас тут сколько? Вас тут достаточно. В затылок. На, это сразу минус, это затылок, это понятно. Этот урод еще и не попал по мне. Крим прибыл. Крим. Крим. Сейчас я приду, погодь одну секундочку. Я тебя без внимания не оставлю. Я ж тебя сам вызывал на бой. Так, где ты там, мразь? Тихо, аккуратненько вниз. Чи-чи-чи, зачем ты это сделал, товарищ? Да ладно, я еще его в спину обойду. Да ладно, да ладно. Нормально, зашло в спину, отлично. Да на изи, чувачок. Держи кайф сразу же. Сразу же казнь, как тебе, понравилось? Ошеломлен, боится казни. Теперь огребай. Ой-вей, ой-вей, товарищ. Еще кто-то пришел, да что ж вы делаете, ну? Окей, так, я немножко сдвинусь, вы не против? Так, жирный тролль, уйди. Ребятки сместились, помогите мне зарядить ярость. Спасибо, еще разочек. Спасибо, еще разочек. Спасибочки, большое вам. Так, урка бесится. Тихо, дайте я перелезу. Дайте, отойди, отойди, отойди. С топорами ребята, кстати, опасные на самом деле. Это не шутка.
Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, тихо. Дайте отойти. Так, включите зрение мое. А, у меня стрел же нет, боженьки, что я делаю? Так, у двоих прокатился между ног, все окей. Товарищ, иди сюда. Они мне ярость били, ироды. Так, вас слишком много, вам не кажется? Я просто вот поинтересуюсь, каково оно вам, такой толпой на меня одного несчастного. Держи в спину, раз, тихо. Два, три, переворот, переворот. У них здесь прям пати, слушайте. Надо, короче, избегать такой обстановки. Она ни к чему хорошему не приведет. Тише, 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 тише. Тихо, все окей, я еще жив. В смысле милосердия, брать, пошел отсюда. Брысь, говорю. А, это он типа унизил меня, да, типа? Милосердие, вся херня. Я тебя понял. Но эти ребята меня отпускать не хотят. Это и так понятно. Сейчас, дайте я залезу наверх. Опц, опц, спасибо. Давайте, кто на новенького? Кто ко мне? Кто ко мне? Так, сейчас я этого товарища приглушу. Лови люлю. На. До свидания. Хозяин своего слова. Ачивка unlocked. Угроза смерти выполнена. Так, дайте мне лут забрать. Дайте лут забрать, ироды окаянные. Так, квест закрыт. Боевые сводки меня не интересуют. Закрыть. Там кто-то на меня агрится. Тихо, тихо. Не хотят мне лут отдавать. Не хотят. Ладно, сейчас избежим тогда драки. Все, меня там нет. Меня нет, я пропал. Хотя за мной сейчас полезу, да? Умирай. Ой-вей. Вот такую хрень я не ожидал сделать, ну ладно. Товарищ, огребай. Пробелиссимо. Как ты здесь вообще оказался, мразь? Как ты сюда залез, ты мне скажи, вот серьезно. Так, все, можем забирать. Погнали, быстро. Забирай лук и уходим. Что это за ворота открылись? Все нормально, да? Да, все чики-брики. Уйдите нахрен. У них здесь просто сейчас тревога, поэтому мы встречаемся с огромным количеством врагов. Это никуда не годится. Ну давай, залазьте, кто хочет залезть. Почти. Почти что. Давайте, огребайте. Мне нужен один в живых. Один буквально в живых. Давай, ты умирай. Вот, ты точно умрешь. А тебя я высосу, пожалуй. Спасибочки тебе большое. Сейчас меня стрела прилетит. Доу. Я так и знал. Я так и знал. Все, можем отсюда уходить. В принципе, я проверил. Фишка интересная, но она не работает так, как бы хотелось. Сейчас хоть посмотрим, что за лук-то на самом деле получили. Лук у нас выходит 11 левела, 188 урона. Убить горящего врага оружием дальнего боя. Урон по горящим врагам в дальнем бою 38. Шанс того, что попадение в голову подожжет врага 29, у нас 27. Длинный лук, усиление атаки стрел 5. Да, он тогда лучше. Он тогда лучше почти по всем параметрам. Горящего врага оружием дальнего боя. То есть там нужно поджечь несколько товарищей. И после чего мы получим еще дополнительный буст на предмет. Хорошо, с камнями что у нас произошло? 2-2-2-2-2-2-2-1. Хорошо, это тогда не трогаем. Все замечательно, с этим мы справились. Дальше у нас остается тогда задание основное. Задание основное, хотя я бы, наверное, еще пофармил бы. Серьезно, я бы еще пофармил, потому что это довольно весело. Довольно весело, тем более с учетом того, что теперь врагов можно усилять, так сказать. Сделать их куда крепче и интересней. Этим бы я тоже, наверное, подзанялся. Наверное, мы фармом и займемся, слушайте. Давайте, наверное, так и сделаем. Это будет шикарная схема. Мы... Один эпизод будем проходить главную миссию, второй эпизод будем фармить. И таким образом у нас будет все под контролем. Все под контролем. Мы не будем отставать по оружию, но при этом мы будем и проходить квестовую линию. Так, что у нас есть? У нас есть вот этот капитанчик, но он мне не нравится, потому что он со щитом. Я со щитом и с топорами с ребятами драться не особо хочу. С топорами на них нормально напасть нельзя. Придется их только сдалека месить. А с этим щитом... Половину боя мы ему будем наваливать со спины, потом он привыкнет к тому, что мы его наваливаем со спины и будет откидывать нас. Тоже не особо приятная вещь. Давайте возьмем тогда в цель Тихрака, но пока что я найду языка. Язык. Так, тревога, кстати, почти спала. Сейчас я, конечно, палюсь, получается, да? Тихо, не пались. Подбегай, иди сюда, вот этого парня мне, пожалуйста, пригрози ему. Так, снаряжение большего класса, задание создано, замечательно. Спасибо, молодой человек, уходи. Рассказывай ему о моей угрозе. Так, нам нужно сейчас немножко пересидеть, чтобы тревога зашла. Немножко посидеть, иначе быть беде.
Сейчас они полностью обо мне забудут со временем. Давай, залазь еще выше. Они обо мне забудут, но проблема остается проблемой, потому что нужно вот это колечко справа написанное, название места, где мы находимся, Дарцгхурум. Вот в этом месте нужно, чтобы кольцо полностью перешло в другой режим. И тогда все будет замечательно. Тогда все будет замечательно. Вот, кольцо в желтом режиме, сейчас дождусь и, собственно, пойдем тогда дальше. Так, наконец-то, тревога спала. Я забыл, кстати, что мы левелапнули с вами. Сейчас посмотрим, что у нас там по скиллухе. По скиллухе все-таки желательно изучить костры, мне так кажется. Нам это пригодится, как ни крути. И почему-то, кстати, у нас не задействуется эльфийская ярость. С каждым визом у вас накапливается гнев. При полном заряде гнева нажмите 5, время замедлится, каждый удар в ближнем бою станет смертельным. Все логично, но при этом у нас гнев был на максималочке. Но через пятерку не запускалась ярость. Очень жаль. Очень и очень жаль. Ну ничего страшного. Хорошо, что мы хотели? Огонь, огонь, огонь. Это дальнобойные, все, что у нас с этим было связано. А метательный кинжал может нанести критический урон. Это такая себе вещь на самом деле. Я метательный кинжал довольно редко использую. Хотя против босса, если бы один на один, то было бы полезной штукой. Было бы однозначно полезным. О, так, где же я его видел? Боже ж ты мой. В режиме скрытого жмерожества пересечивающего расстояние. Нет, это не то. Мощь при каждой контратаке. Восполняется одна эльфийская стрела при контратаке. А вот это интересно, кстати. Это интересно, но пока что нет. При каждом получении урона. Ну, я урон не так много. Нет, ну, по сути, я огребаю постоянно, но... Не то. Не то, не то, не то. Это все равно не то. Боженьки, а где же я видел разжигание костра? Где же я его видел? Метательное оружие. В дальнем бою у нас вообще ничего не изучено. А, вот! Из тени к костру его подожжение врагов. Да. В итоге у нас прицелиться и X. Хорошо, запоминаем. Запоминаем и в будущем выполняем. Я так понимаю, что просто у нас довольно часто будут теперь встречаться такие вещи. Тише, тише, нежнее, нежнее. Не так резко. Опять, что ты хочешь? Шек, прости, мне сейчас не до тебя. Без обид, серьезно. Я тебя обязательно навалю, только чуточку позже. Не обижайся. Сейчас просто не до тебя. Я тут парню пообещал, что я его убью, мне нужно с него лут собрать, так что не обижайся. Поехали. Так, выманить орка по имени. Взрывай его грок. Это, по-моему, вообще проще простого. Главное стрелы найти. Ну, любит он прибухнуть, но ну, не может он без этого, я понял. Так, окей, у нас огромное расположение припасов этого грога. Кстати, один тут совсем рядышком был. Я отсюда стрельну в него, да? А, залезь. Залезь. Точнее, твою мать, что ж ты за человек такой? Сюда залезь. Да что ж ты будешь делать? Босс. А, молодой человек, я прошу, конечно, прощения. Так будет лучше для нас обоих. Так, залезь наверх, поехали. Пау. Минус один, одно бухлишко. Так, то бухлишко я не вижу. Вон то бухлишко я вижу. Да ты издеваешься, ну. Минус бухлишко. Еще сдалека видно оно? Нет, сдалека не видно. Давай, раз, до вас. Оба, ча, прям на дымоход, умничка. И вот это. Вопс. Так, так. Where's the bellowing, boasting maggot who wants me dead? And if he's so hot for a fight, why is he hiding? Так, к нему мы приспособимся прямо во время боя. Так, меня немножко подожгло. Это печальная история, на самом деле. Совсем немножко. Так, мне нужно соснуть. Жди, терпи, 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 терпи. Молодец. 5 стрел есть? Так, тихо, тихо, товарищ, погоди. Не надо это делать. Не надо. Так, цель. Так, костер перепрыгнул. А, цель в заднице. Он 19 левела, кстати. Это довольно, может быть, больненько. Блин, они опять сейчас запускают сирену. Не надо, не надо, не надо. Блин! Плохо. Во время тревоги драться с уродом это не очень круто, на самом деле. Я бы даже сказал, совсем не круто. Давай, 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 давай. Почти долетел. Почти без... Я, кстати, там камень упустил. Я вижу, он камень лежит на карте. Так, товарищ, сейчас проверим, как ты чувствуешь... Стрелы. Отлично он чувствует стрелы. А это что за хрень? Еще и ловушка. Быстренько, быстренько, быстренько. Ха-ха-ха.
Иди сюда. Отлично. Казнь проходит, но не максималочка. Жалько, конечно, но ничего страшного. Терпимо. Так, ушли, ребятки. Заряжаем. А, я, походу, спутал ярость с мощью. Я понял. Тихо. Уходим. Уходим, уходим. Нормально. Главное, чтобы меня не настреливали. И тогда все будет замечательно. Так, вовремя увернулся. Держите. Мне нужно больше ярость. Вот же говна кусок, ну. Огребайте. Больше, еще больше хочу. Ну, давайте, подходите. Да хватит меня настреливать. Они как знают и не подходят. Отступление? Ты че, ошалел? Я за тобой бегался, чтобы ты отступать удумал? Не-не-не, товарищ. Так мы не делаем работу. Так не годится, серьезно. Держи, держи. Уворот, оба. Блин, сбил мне ярость, скотина. Воу-воу-воу-воу-воу, как это произошло? Я в ловушку наступил, что ли? Не гони, что ты сбежишь, не гони, я тебя прошу. Ты не должен сбежать. Камами, камами. Стоять, урод. Раз. Два. Что ты мне теперь расскажешь? Воу, это было нагло с твоей стороны. Прям не камильфо вообще. Угроза смертью выполнена. Па-ба-бам. Что за лут? Дайте мне его только забрать, я вас прошу. Капюшонка. Желтая капюшонка, легендарка. Да, квест выполнил, я знаю, забери капюшон. Отлично, все, укатываемся отсюда. Укатываемся к чертям собачьим. Давай, 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 давай. Все под контролем, так, заныкались. Нас вроде бы не ищут. Все, замечательно. Справились, так сказать. Предметосики, а ну-ка показывай, что за буст. Так, 13 скрытность еще выше. Отравить зверя. Время действия яда на врагу увеличено на 70%. Увеличение урона, наносимого союзными зверьками, 50%. Союзными зверьками? Это типа, которых я... на которых кататься буду? Окей, пока что пусть будет. Я не жалуюсь. А как он выглядит? Подождите. Подождите, подождите. Покажи. Точно такой же, как и мой предыдущий, так сказать. Ну ладно, я ничего против не имею. Я ничего против не имею. Так, подождите. Мне нужно вернуться назад. Там я слишком много лута оставил. Слишком много, чтобы отдавать его этим уродам. Так, сейчас стрелы еще соберем. Вон там камень лежит в первую очередь. Красный. Красный это на чистое увеличение урона. Кстати, надо уже открывать... Зверюшка нахер. Зверюшка нахер. Нахер, говорю. Не поднимай тревогу. Не стоит. Оно того не стоит, я тебе гарантирую. Все, тревоги нет. Меня потеряли, красный камень отдайте. Отдайте красный камень, говорю. Все, спасибо, я могу убегать. Я могу убегать, спасибо вам большое за внимание. Мы, кстати, лук апнули или нет? Потому что мы с горящих людишек поубивали. Так, меня еще кто-то видит. Меня здесь нет. В смысле, это зрение включается капслоком? Чё? Оно ж новое стоит. Ладно. Окей. Так, меня здесь нет, все, угомонитесь. Не нервничайте там. Так, что я хотел, я уже забыл. Предметы мы сможем с помощью бабла открывать ячейки на... собственно, камни. В других вещах. В других вещах. Давайте откроем в броньке за косарик. Откроем в кинжале. И в луке. На плащ пока что, наверное, смысла нет. Так, открываем. Что мы сюда можем впердолить теперь? Так, мы можем апгрейдить наш камень. Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, нет. Неверно. Неверно, неверно. Я понял. Я, походу, понял. У нас было 3 камня. Сейчас стало 2. Сейчас мы должны отсюда убрать самоцвет. Должны открыть ячейку, передвинуться сюда и улучшить. Все. Идеально. 2 зеленых камня у нас есть. Это тоже улучшаем. 2 таких камня у меня есть. А может мне тогда реально не показалось, я его просто вставил. Все нормально. Все под контролем. Так, если мы ставим даггер зеленый, что мы получим? Те же бусты, да? Те же, в принципе, бусты. Улучшение урона, улучшение этого дела. Хорошо, а если в лук? Если в лук, то же самое. Но это не совсем логично. Ладно, давайте в лук красный впердолим, а в броню? Увеличит максимальное здоровье на 15 единиц, увеличивает урон любой атакой. Ого, урон любой атакой, это серьезно. Дополнительный опыт на 7,5. Слушайте, слишком много интересных вещиц. Но урон, конечно, нам интереснее. Любой атакой, это ж хо-хо-хо-хо-хо. Но и здоровье нам не помешало бы. Так, ладно, урон у нас будет на оружии стоять. Здесь тогда ставим эту фичу. Тебе в кинжалик вставляем еще больше урона. Все, понатыкивали, как полагается. Теперь вообще в идеале надо еще больше камней найти. И разваливать их совсем... Стоп, я где-то еще монеты здесь потерял, да? И разваливать их совсем на изич. Слишком далеко прыгнул. Ого! Poison and stealth. Tools of these dark orcs are strangely familiar. And yet for them, sadly ineffective. Забираем.
5 монет, серьезно, аж целых 5 монет. В этой игре не хватает автолута, серьезно. Чтобы вот эти вот несчастные 5 монет собирать, действительно нужен просто автолут. Уж простите, молодой человек. Так надо. Так надо, сердцу не прикажешь. Так, а ты мне нужен чуть с другими целями. Спасибо большое. У нас сейчас заряжена и мощь, и ярость, и вот сейчас как раз мы могли бы юзнуть ярость эльфийскую, я так понимаю. Синее поле мы должны были зарядить полностью, а я думал, что у нас одно поле на 2 скилла. Но нет. Ну что ж, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Не забывайте комментировать увиденное, и, конечно же, нажимать на колокольчик, а мы с вами встретимся в следующем эпизоде. Пока-пока.